Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Воронка в ногах, паутина, руки, голова. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Даци в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Даци поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Даци, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе наперед сеанс. Доверит. Так, у нас воронка, ты говоришь, внизу, да? Да. Сила моего намерения, эта воронка отключается полностью. До последнего чипа датчика импланта конвектора выходит из биополя Даци, отправляется в клетку-тюрьму. Да, готова. И еще что там, паутина, да? Паутина, да. Много? Будет мешать работать? Нет, пока не будет. Хорошо. Я даю команду. На счет три сканер сканирует пространство над головой Даци под ногами. 360 градусов вокруг нее. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии и воздействия. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку-тюрьму. И ответственность за реподключки воздействия энергии притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все семь тонких тел Даци. Находит все. Не без, с воронкой. Без. Хорошо. Джин. Джин. Инкуб. Инкуб. Лизард и арахноид. Лизард и арахноид. Хорошо. Больше никого? Нет. Хорошо, начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать. Если кто-то не будет отвечать или будет отвечать неправду, он будет наказан на его чистоте. Я даю команду тонкой копии Даци спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в биополе. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродного по отношению к Даци. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Хорошо. Арахноид, сколько ты находился в этом биополе? 3 года. В квартире присутствуешь? Присутствует. Понятно. Лизард, сколько ты находишься в этом биополе? 2. 2 что? Года. 2 года. Сердечно чакре сидишь? Он спит там. Понятно. Он зевает без конца. Тебе что, разбудить, Лизард? Можете дать 100 тысяч герц? Нет, он этим показывает, что он вызывал в ней сон и лень. Теперь я тебя понял. Инкуб, сколько ты находился в этом биополе? 1 год и 4 месяца. Отсутствие интереса к сексуальной жизни – это твоя работа? Он не задумывался над этим. Он делал свое дело. Сейчас тебе придется задуматься. Я повторяю вообще-то 3 раза вопросы. 1 раз ты уже ответил. У тебя 2 варианта осталось. Если я не получу ответ на свой вопрос, ты идешь в галактическое ядро. Все очень просто. Он говорит, что со мной нет у нее проблем в этом плане. 2-й шанс у тебя тоже закончился. Остался последний вопрос. Последняя попытка на мой вопрос. Если ты не ответишь, как я тебе сказал, разговоры заканчивается. Было интересно, он его гасил. Ты гасил интерес ее к сексу, правильно? Правильно. Хорошо. Есть накидка твоя в биополе ее? Нет. Считай цифру у Джина над головой, Вера. 2803. 2803. Сколько ты находился в биополе, Джин? 4 года. Хорошо. За что ты был ответственный? Какие неудобства ты ей доставлял? Экономические проблемы. Экономические проблемы. Спад. Каков? Спад. Понятно. Значит, за эти 4 года, которые ты находился, у нее все дела абсолютно не шли. Правильно я понимаю? Нет, не абсолютно. Шли, но спад был. Какой спад из 100%? Сколько ты забирал? 28. Я считаю, это много. Ты присутствуешь в квартире? Присутствую. Хорошо, значит, Джин, арахноид присутствует в квартире. У меня нету пока заказа на чистку квартиры, поэтому я сегодня не приду. Но если Даци скажет мне завтра, что она хочет почистить квартиру или свой дом, ровно через 6 минут я буду находиться в этом доме. А вы будете находиться в точно такой же клетке. Только там вы не уйдете уже на свою чистоту. Задумайся, арахноид, и задумайся, Джин.
добровольно все собрать и уйти, не встречаясь со мной, пока у вас есть шанс. Переходим к бесу. Считай герцовку у него над головой. 8. 8 герц. Сколько ты находился в этом биополе, бес? Он показывает, он выходит и заходит с воронкой. Хорошо, когда ты начал выходить и заходить, сколько времени прошло? 3 года. 3 года. На что ты заходишь? На какую частоту? Депрессия, бездействие. Депрессия и бездействие, которое вызвано чем или кем? Отсутствием желания. Отсутствием желания. И кто у нас был ответственен за отсутствие желания? Джин или Зарт. Не так ли? Все были ответственны. Арахноида. Угу. Сетки на ней из паутины. Хорошо. Переходим. Отсасывающая энергия. Реверс закончился, Вера? Все вернулось? Да. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Дация забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что они похитили, все, что они взяли до последней капли, возвращает Дация себе обратно. На хозяйка своих энергий возвращает все свое себе обратно. У меня от Лизарда такая лучистая энергия радости возвращает. Желание возвращается от инкуба. Бес, ты находишься в квартире? С воронкой выхожу. Через порталы в квартире? Передвигаюсь, да. Понятно. Значит, бес с воронкой, джин и арахноид находятся даться в квартире. Хорошо, бес, я не буду повторяться. Ты слышал, что я сказал джину и арахноиду. Все собрать и уйти. Тебе это, надеюсь, понятно. Он не глухой, да. Он услышал. Хорошо. Реверс закончился. Если не глухой, значит, уйдешь тогда со своей воронкой. А не уйдет эта воронка в галактическое ядро. Отлично. Поехали дальше. Начинаем тогда сейчас с беса. Бес, давай, выходи из тебя и начнем на своей воронке. Посмотри, отключи все, что у тебя там еще осталось. Если осталось, приступай. И ответь мне сразу, есть ли лярва в биополе Дации? Она как ворчит. Я пока не пойму, он показывает. Дация ворчит? Да, он в ней как-то как тянет что-то с нее. Он сейчас все это убирает. А что ты там тянешь, бес, объясни? Раздражение. Раздражение. И как оно попадало к ней? Через твои веревки или что у тебя там было? Да. Значит, это на руках и ногах? У нее как лучи энергетические идут на груди, голосовым связкам. Угу. Серые. Понятно. Хорошая у тебя конструкция. Он снялся. Бес, я спросил, есть ли лярва в биополе Дации? У нее низ живота лярва. Ну вот. Я второй вопрос хотел спросить. Они тебя интересуют? Интересуют. Значит, тогда выходи и собирай их. Приступай. Готово. Поехали дальше. Джину выходить не надо. Джин, собирай всю свою синюю пыль, все, что у тебя осталось. Вытаскивай, не выходя из клетки, приступай. И докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если кто-то оставит что-то или забудет, он просто сгорит по каналу. Я вас предупредил. Собрал. Выходит инкуб, отключается полностью, снимает все, что установил, и возвращается назад, приступая. Ремни. Ремни, да? Где? По всему телу? А руки. Угу. Грудь. Что она ощущала? И живот. Что она ощущала, инкуб, от этих подключек? Оно в ремне, она как закована в эти ремни. И что она чувствовала? Нежелание двигаться. Нежелание двигаться. Хорошо. Смотри, какая констелляция интересная. Инкуб, нежелание двигаться, Лизард. А когда у нее было желание, он их подтягивал, эти ремни, она теряла энергию. И у нее опять становилось нежелание двигаться. Потому что нет энергии. Все снял. Хорошо, Лизард, выходи, вытаскивай все, что оставил на своей чистоте. Ничего не забывай, возвращайся в клетку и докладывай о готовности к проверке. Приступай. Гнездо вытаскивай в сердце, да? Да, у него такое круглое, но он там спал. Как твое воздействие, кроме лени и сонливого состояния, она ощущала? Лизард, сколько энергии ты забирал? 40% он забирал. Ну, это прилично, я тебе скажу. 40% это очень даже немало. Он снялся. Хорошо, арахноид, выходи, собирай всю паутину, все иголки вытаскивай, все, что у тебя там есть, на твоей чистоте вытаскивай. Возвращайся и докладывай мне о готовности к проверке, приступай. Ну, у него как сетки по плечам, на руках.
Сзади спина, голова, полностью лоб закрыт, голова снимает он. Хорошо. Она не слышала. Она не слышала. Не на физическом плане, она слышала, но не до доходила нее не доходила информация. Я нет. Так увидел, да. Ну, как блокада была какая-то, перед этим не проходило все. Забрался. Включая внутренний белый свет, ДАЦИ, и этим внутренним белым светом нам выдавливает из себя все негативные патогены низкой вибрационной остаточной энергии на частотах интерферентов и их подключек. 1, 2, 3. Пошел свет, энергия выдавливается и формируется перед ней в шар. Небольшой шар уже. Открывая портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо, без. Все забрали. Ты кооперировал. Тебя интересует эмоциональный фантом? Да, его интересует. Потому очень. Что тебе придется выйти все равно по-любому из этой квартиры. Ну, во всяком случае, так ты уйдешь с компенсацией. Итак, ты мне дашь информацию, какая частота из тех, которых я сейчас перечислю, является основной, из чего все вытекает. И выходит эмоциональный фантом ДАЦИ, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низкую вибрационную эмоциональную энергию, и сгенерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. Вышел фантом. Хорошо, ДАЦИ, эти энергии вы сами сгенерировали. Вы готовы с ними расстаться? Готова. Сворачивай энергии в шар. Бес забираешь? Да. Отправляю бесу. Он говорит, что там давящие переживания и депрессивные ощущения, а больше как нелюбовь к себе и самобичевание, что ли. Все верно, все начинается из нелюбви к себе и самобичевания, обвинения себя во всех грехах. Все правильно? Хорошо, бес. Не во всех, но есть много недовольства собой. Недовольство собой, конечно. Себя надо, безусловно, тоже как-то любить в какой-то мере, но не переходя в нарцизм. Потому что опять придет бес. Все, бес, мы закончили. Ты готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй из того огненной пентаграммы. Готово. Хорошо, Джин. Насчет пыли я повторять не буду в квартире. Ты понял все? Да, он услышал. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина. 1, 2, 3. Джин забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Инкуб готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что он принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо. Лизард, ты больше не придешь. Тебе это понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Лизарда. 1, 2, 3. Лизард забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, Арахнуид. Я тебя буду отпускать первый раз. Ты вернешься через портал в квартиру, соберешь всю свою паутину. Если есть потомство, заберешь потомство. Не оставишь никакого следа, чтобы я тебя мог найти. Тебе это понятно? Понятно. Готов уходить? Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Вот именно поэтому мы рекомендуем чистить квартиру сразу вместе со своей чисткой. Потому что, ДАЦИ, вы сейчас чистая вернетесь в квартиру, где у вас, хоть они не подойдут сейчас из-за страха, но все равно присутствуют и другие еще интерференты. Поэтому обращайте всегда внимание на чистоту своего жилья вокруг себя. Клетка у нас пустая. Поехали по частотам. На счет 3 запускаем процесс активации идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. Она ангел. Она расправила крылья и говорит, я так долго этого ждала. Готова. Пусть тонкая копия ДАЦИ вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. 720. И понимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии ДАЦИ до числового значения 720 Гц. Пошел подъем. Значит, она как ангел поднимается над суетой и знает больше, чем другие. И вот в этом ее умиротворение, радость и помощь. То есть она как на детей смотрит, на людей. Готова. Хорошо, ДАЦИ, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Я счастлива.
Замечательно. Если вы захотите познакомиться со своим куратором из ангельского мира, обратитесь к нам, и мы сделаем встречу с вашим куратором, где вы можете задать ему 10 вопросов. Отличная идея. Наш администратор перешлет вам после сеанса, как вам работать над собой, как сбрасывать, выдавливать негатив. Все эти видео есть на нашем канале, и текст манифеста, безусловно, вы тоже получите. Также вам надо будет ежедневно заправляться энергиями, поднимать себе вибрации, визуализировав весь этот процесс, представляя, как энергия восходит и как они распределяются, и потом дать команду на синхронизацию. Синхронизируются энергии и вибрации, гармонизируются, распределяются, усваиваются наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. И вы будете заряжены энергией на весь день. Хорошо, мы свою работу закончили. Обратите внимание еще на чистку вашей квартиры, потому что вы уже поняли, что в вашей квартире присутствуете не только вы. И там есть еще открытые порталы, о которых рассказали интерференты. Хорошо. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию ДАЦИ в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаемся от объекта. И поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем.